самопровозглашенном обществе развитого социализма в СССР наряду с государственной возникла и развивалась черная или теневая экономика. Ее появление было связано с вечной болезнью советского общества, дефицитом, нехваткой тех или иных товаров и продуктов. Суровое советское законодательство строго карало теневиков, наживавших на подпольном производстве капиталы и не имевших возможности их легализовать. В результате перестройки и возникновения рынка теневая экономика практически сошла на нет, а ее нишу занял наркобизнес. За несколько лет Россия из зоны транзита превратилась в идеальную территорию для широкомасштабного сбыта и производства наркотиков. Прибыль, полученная от торговли белой смертью, стала вкладываться в сферы легального бизнеса, а наркомания стала хронической болезнью постсоветского общества. Теперь прибыли наркодельцов напрямую зависели от увеличения количества людей, впервые севших на иглу, и появления новых наркотических средств, в том числе синтетических, себестоимость которых была бы ниже традиционных, например, героина. И такой наркотик появился. Наркобизнес превратился в особую теневую структуру, во главе которой стояли криминальные авторитеты и наркодельцы. Внизу структуры находились курьеры, доставлявшие белую смерть по назначению. Их роль была незначительной, но вычислив и арестовав наркокурьера с поличным, можно было бы проследить наркотическую цепочку и подняться на самый верх структуры. Четвертого февраля 95 года в Москве в подземном переходе на станции Биберева был задержан мужчина. Это задержание не было случайным. У проводивших задержание оперативников ФСБ имелись основания для того, чтобы считать задержанного наркокурьером. Одним из тех, кто осуществляет доставку белой смерти из Москвы в Сибирь. Так, фамилия, имя, отчество. Как? Это что такое? Так, все, что из кармана, говорим. Кому прижим? Задержанного звали Магарцовым Константином Николаевичем, и в Москву он прибыл из Новосибирска. При обыске в карманах пальто и пиджака были найдены 14 бумажных пакетиков с порошком белого цвета внутри. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Порошок изъяли и отправили на экспертизу. Хотя для опытных оперативников с первого взгляда стало понятно, что в пакетах содержится метадон. На рынке наркотиков метадон появился в 80-е годы. Синтетический наркотик был страшен своей кажущейся безвредностью. Наркоторговцы предлагали его в качестве заменителя. Якобы безобидный препарат, по мере привыкания и увеличения доз, производил в организме разрушающее действие. Стоил он столько же, сколько героин. А затраты на производство метадона были намного меньше. Торговля метадоном превратилась для наркодельцов в настоящую золотую жилу. Задержанный Магарцов действительно вез метадон, что впоследствии и подтвердила экспертиза. На Магарцова вышли не случайно. В течение нескольких месяцев перед его задержанием оперативники вели прослушивание телефонных разговоров известного московского наркодельца Таги Хуриева. Один из телефонных разговоров, зафиксированный оперативниками на пленку, и позволил взять наркокурьера с поличным. В результате прослушивания было установлено, что постоянным клиентом Хуриева является видный сибирский авторитет Валерий Шишканов. Последний часто звонил Хуриеву из Новосибирска, и они договорились об отправке Хуриевым из Москвы в Новосибирск товара с курьером. Арест Магарцова, курьера Шишканова, получавшего товар у Хуриева, должен был, по мнению оперативников, спровоцировать конфликт между продавцом и сибирским покупателем метадона. И оперативники не просчитались. Прием сработал. Между Шишкановым и Хуриевым возникли трения. Ровно в час ночи служба прослушивания зафиксировала на квартире Хуриева телефонный звонок из Новосибирска. Звонил Шишканов, обеспокоенный отсутствием курьера. Шишканов обвинил наркоторговца в нечестной игре. Хуриев смог его успокоить.
В конце разговора Шишканов сказал: «Я послал тебе нового курьера, Русика. Прими его очень осторожно по запасной. Он уже вылетел из Новосибирска». Таким образом, выходило, что новый курьер Шишканова по кличке Русик в Москву уже отбыл. С раннего утра сотрудники наружки взяли Хуреева под наблюдение. Выйти на нового курьера они могли только при помощи плотного и интенсивного наблюдения за Хуреевым в течение всего дня. Им надо было выявить и проследить всю цепочку движения наркотовара. Один неверный, настораживающий шаг со стороны наружки, и цепочка бы оборвалась. За 2 часа слежки ничего подозрительного зафиксировано не было. Наконец Хуреев сделал остановку у метро Медведково и стал ждать. Минут через 5 после остановки рядом с машиной появился человек. Он открыл дверцу и сел рядом с водителем. Хуреев передал ему какой-то пакет. Потом незнакомец вышел из машины и не спеша последовал к другой. Бригады наружного наблюдения разделились. Одна продолжила наблюдение за Хуреевым, а другая повела предполагаемого наркокурьера. Казалось, теперь его можно будет взять с поличным. Но... О происшедшем у метро Медведково доложили руководителю группы полковнику юстиции Сергею Новоселову. Он принял решение курьера пока не брать, а продолжать слежение за объектами. Дело в том, что служба прослушивания зафиксировала еще один телефонный разговор, из которого следовало, что Хуреев отдает товар по частям и оставшуюся часть товара отдаст курьеру только вечером. Да, его отпустить не брать. Прошел разговор по телефону с Новосибирском. Так я отдал первую половину, вторую отдаст в 19 часов в метро Бибрево. Да, подтягиваемся туда к 18 часам на старое место. И там встретимся и сориентируемся. Все, пока. Понял, да? Вечером после получения второй части товара курьер Шишканова Мурзин Руслан Геннадьевич по кличке Русик приехал на аэровокзал и взял в одной из касс билеты. Как выяснилось позднее, билет он брал на имя Руслана Мурзина, брал в Новосибирск и на ночной рейс. Теперь, наконец, Русика, второго курьера Шишканова, можно было брать с поличным. На задержание Русика следователь Сергей Новоселов отправился сам. Курьера решили брать во Внуково перед вылетом. Проведение операции требовало особых мер предосторожности и четкой согласованности оперативных действий. Русик должен был исчезнуть так же незаметно, как и первый курьер. Вторая бригада по-прежнему продолжала следить за Хуреевым, который после передачи Русику второй части товара направился в гостиницу «Космос». Хуреев довольно часто бывал здесь и даже снимал номер для деловых встреч и отдыха. Оперативники знали об этом давно. Не исключено, что в гостиницу Хуреев приехал на какую-нибудь встречу или для того, чтобы сделать контрольный звонок в Новосибирск Шишканову, подтвердить передачу товара курьеру. И действительно, в гостиничном номере состоялся телефонный разговор между Хуреевым и Шишкановым. Обеспокоенный исчезновением первого курьера, Шишканов грозил Хуриеву, даже обещал поставить его на ножи, если тот обманул его с метадоном и передал второму курьеру не весь товар. Хуреев оправдывался и уверял клиента, что товар передан полностью. Хуреев не знал, что второй курьер Шишканова, Русик, уже задержан оперативниками во Внуково. Ловушка для курьеров сработала во второй раз. Русика задержали в здании аэропорта перед вылетом. Задержали тихо и почти незаметно для окружающих. У него было обнаружено и изъято 10 пакетиков метадона. Этого количества хватило бы для того, чтобы посадить на иглу несколько человек, вовлечь в наркотическую зависимость новые жертвы. К
Курьера отправили в следственный изолятор, а изъятый порошок на экспертизу. После разговора с Новосибирском Хуриев спустился в холл гостиницы. Оперативников насторожила одна деталь. Спустившись в холл, Хуриев стал звонить из телефона автомата. Почему? Через минуту Хуриев подсел к девушке и стал с ней о чем-то разговаривать. Они активно общались, и со стороны могло показаться, что встреча в баре была не случайной. В коридоре они простились, и Хуриев покинул гостиницу. Позднее выяснилось, что девушка из космоса никакого отношения к Хуриеву и наркотикам не имеет. Что-то почувствовавший Хуриев петлял, намеренно расширяя круг своего общения, вовлекая в него случайных и малознакомых людей. С этой привычкой наркоторговца оперативники уже были знакомы. Однажды, буквально за несколько дней до встречи в космосе, Хуриев неожиданно выехал за город в район поселка Архангельское. Наружка вела его очень осторожно. За час пути он сменил несколько машин. Добравшись до Архангельского, Хуриев проник на территорию закрытого на ремонт музея. Оперативники предположили, что здесь должна состояться встреча Хуриева с очередным курьером. Хуриев долго запутывал следы. А потом, пройдя мимо одного из ящиков, закрывавших на зиму скульптуру, что-то бросил в него. Ящик проверили, в нем ничего не было. Хуриев петлял, проверяя, нет ли за ним слежки. Но эпизод в Архангельском был в прошлом. С арестом Русиком второго курьера Шишканова оперативники знали, что часы Хуриева на свободе сочтены. Но на допросах курьер отказывался от знакомства с Хуриевым. Хотите, верьте мне, хотите, нет. Я с этим человеком, вот, как, когда забирал у него, только тогда его видел. Первый раз в своей жизни. Пишите. Ну, пишите, что. Ну, как он выглядит? Мужчина средних, даже, средних года это сколько, 30? Ну, вот, средних лет где-то, кавказской национальности. Смысл? Чего я могу еще писать? Их он на каждого посмотри, все одинаковые. Хуриев, узнав, что Русик не прибыл в Новосибирск, занервничал. Стал звонить какому-то Паше и просить у него защиты от Шишканова. Неизвестный абонент защиту обещал, но сам, в свою очередь, потребовал метадон. По номеру телефона оперативники стали устанавливать его владельца. Теперь можно было бы брать Хуриева. Его показания могли послужить основанием для привлечения к уголовной ответственности еще одного фигуранта, то есть того человека, который обеспечивал Хуриеву и его наркобизнесу защиту и являлся его клиентом. При обыске на квартире Хуриева был найден метадон. Что в этом пакете? Метадон. К
Кроме метадона, на квартире Хуриева в Москве изъяли традиционный набор оптового наркоторговца. Весы, набор гирек, шприцы. Вероятно, Хуриев сам производил развеску наркотиков, утаивая при развеске миллиграммы и граммы драгоценного зелья для себя. Следствие уже знало, что последним абонентом Хуриева, у которого он просил защиты от наезда Шишканова, был Павел Захаров, он же Цыруль. Человек, хорошо известный в криминальном мире еще с начала 50-х годов. Авторитетный вор в законе. По оперативным данным, один из возможных держателей общероссийского воровского общака и владелец роскошного особняка в подмосковном поселке Жостово. Теперь, казалось, появились определенные основания для оперативной разработки этой фигуры. Но, опять но. Неожиданно Захарова взяли работники РОУП города Москвы. Взяли якобы за незаконное хранение огнестрельного оружия. Цепочка, выстроенная следствием от сибирских наркокурьеров через наркоторговца Таги Хуриева к Захару Цырулю, оказалась оборванной из-за несогласованных действий различных подразделений МВД. Никаких наркотиков в доме Захарова обнаружено не было. У областного управления МВД на Захарова не имелось практически ничего. У бригады Сергея Новоселова, занимавшейся делом Хуриева, имелись определенные основания для привлечения Захарова к уголовной ответственности. Мы с вами сегодня встретились в связи с уголовным делом, которое находится в моем производстве. Возбуждено в отношении вас по статье 224 Уголовного кодекса Российской Федерации. А что такое? Наркотики, Павел Васильевич. Наркотики. Значит, чтобы для вас не было неожиданностью, нами арестован Таги. Известие об аресте Хуриева Захаров воспринял спокойно. Потом почти год следователи бригады Новоселова общались с подследственным. Захаров был непредсказуем. За период следствия он сменил 19 адвокатов. Был проведен повторный тщательный обыск особняка в Жостово. Здесь следователи ждал ряд открытий. Видеокамера оперативников зафиксировала во время обыска пустые сейфы, тайники под полом и в стенах. Учитывая размеры особняка и количество комнат, обнаружить их было непросто. Открывать тайники приходилось при помощи огнестрельного оружия. Большинство тайников оказались пустыми, хотя отдельные ценности в них были все-таки найдены. Был обнаружен также благоустроенный подземный ход, выводивший далеко за территорию усадьбы. Но и при повторном обыске никаких наркотиков в доме обнаружено не было, хотя обилие тайников по всему дому наводило на предположение, что могли храниться значительные ценности. Неожиданно следствие получило необходимые доказательства, получило прямо в Лефортово. Один из адвокатов Захарова во время свидания с подзащитным попытался передать ему наркотики. Вся сцена от начала до конца была зафиксирована на видеокамеру. Адвокат по имени... Все нормально, все нормально. Передал наркотики содержащимся под стражей в следственном изоляторе номер 1 МВД города Москвы Захарову. Очень скоро следствие убедилось, что у Захарова имелась хорошо налаженная и постоянная связь с внешним миром за стенами тюрьмы. В следственный изолятор поступали наркотики и деньги, спрятанные в сигаретах. Результаты досмотров и проверок вещевых передач подследственному Захарову неизменно фиксировались на видеокамеру. Теперь можно было бы предположить, что роскошный особняк в Жостово, поразивший воображение следователей и оперативников, на какое-то время останется без хозяина. Хозяин этой роскоши, проживая здесь, постарался максимально отгородиться от внешнего мира. Стены, отделанные дорогими породами дерева, паркетные полы, обилие антиквариата и дорогостоящие импортные бытовые техники. В особняке имелись оранжерея и бассейн. Ворота и ограда, окружавшие особняк, были снабжены электроприводом по образцу контрольно-пропускных пунктов исправительно-трудовых учреждений. Однако, несмотря на систему безопасности, подземный ход и высокую ограду, владелец был вынужден сменить место жительства.
не по своему желанию, а в результате долгой и кропотливой работы следователей и оперативников, сумевших проследить наркотическую цепочку, связавшую воедино Москву, Новосибирск и Жостово. Показания Хуриева и Шишканова давали возможность доказать причастность Захарова к движению наркотиков из Москвы в Сибирь. Ведь именно к Захарову обратился испуганный наркоторговец Хуриев с просьбой защитить его от наезда Шишканова. И Захаров, находившийся тогда на воле, обещал Хуриеву эту помощь. К тому же сам Захаров являлся клиентом Хуриева и употреблял метадон. 40 лет, наркоман, сейчас я откажусь, я не наркоман. Находясь в тюрьме в условиях строгой изоляции, Захаров постоянно осуществлял связь с волей, передавал собственноручные записки, иногда через своих адвокатов. Вероятно, частая смена адвокатов подследственным Захаровым отчасти объяснялась и соображениями конспирации, необходимостью бесперебойной работы такой почты. Следователям удалось установить одного такого адвоката-почтальона. Факт передачи письма зафиксировали в протоколе, который адвокат-почтальон и подписал прямо в Лефортово. Взятый сибирский авторитет Шишканов, он не только употреблял, но являлся одним из центральных распространителей метадона. С его арестом замкнулась одна из ниточек распространения метадона в сибирском регионе. Кого вы еще? Вот вы, кто у вас еще из близких знакомых по Новосибирску? Вот вы назвали Нагибина, Руслана, которого фамилию не помните, да? Как? Мусин, Руслан. Как? Мусин? Да. Точно Мусин? А, Мурзин. Мурзин, да? Ага, Мурзин. Мурзин, ну, вспомнил. В отличие от Шишканова, Хуриев не употреблял метадон, но фигура его была страшнее. На допросах он отрицал свою причастность к сибирскому наркотическому пути и заявлял, что изъятый у него на квартире метадон не являлся наркотиком, а был лекарством. Заключение, сказал, выводы зачитаю, потом вы еще сами знакомитесь. Вот, допустим, представленное исследование вещества темно-коричневого цвета, изъятое при проведении обыска на квартире Хуриева, Таге, Аскер, является наркотическим средством опия. Общий вес данного наркотического средства составляет 0,22 грамма. Вот, можете что-нибудь пояснить по выводам этой экспертизы? Каким образом? Вы знаете, у нас вроде дома для лекарства. Все было, все бывает, все проходит. А Павел Захаров, вор в законе по кличке Цируль, прикрывавший Хуриева, один из известнейших авторитетов криминального мира в России и, по оперативным данным, держатель российского воровского общака, скончался в Лефортово.